Йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, игрушка под названием Сталкер, это четвертая часть, четвертая серия, пишу подряд, поехали. Собственно, что мы имеем? Мы с тобой имеем то, что нас сейчас зажали на базе военных. Печаль и позор. Печаль и позор это называется, то есть, потому что это все очень потно, очень сложно, бесконечно долго мы сейчас будем пробовать. Но я думаю, когда-нибудь у нас получится выкрасть документы с военной базы. Что есть еще по заданиям? Бармену, блять, отнести надо. А музыка без авторских прав. Они разбегаются, может, надо подождать? По полобойму на одного военного. Блять, знал же, что тут здесь. Почему я не подумал то, что надо будет тебя убить здесь? Сразу зайти просто и дать еблет. Они-то меня нормально чувствуют. Они меня вообще читают спокойно за счет игры. Но что я предлагаю как-то вот так это делать? Они заходят. 10 человек, камон. У меня даже патронов столько нет. У меня здоровье на дне просто, блять. Вот где-то там, вот. Вообще внизу. Ни одного, блядь, ни одной аптечки нет. Я бросаю оружие. Я сдаюсь. В безоружных и лежачих не стреляют. В пизду. Ну невозможно, но это вообще сверх вообще в способности. Это надо иметь разум богомола. Вообще, что сказал, не понял. Разум какого-то известного человека, я не знаю. Это пиздец. То есть, как бы. Ни одной аптеки. И у них даже нет аптек. Алло. Если бы я знал, что меня тут ждет, я бы, может, подготовился бы. Да, это, блядь, самое полезное, что тут могло быть. Ну что я предлагаю сделать-то? Здесь забор, блядь, вот этот я даун. Пускай тут валяются. Я не знаю, я их не унесу. Жадность фраера, как говорится, сгубила. F6, поехали, что делать-то еще? Ну смотри, они расходятся. Я их сейчас читаю, они расходятся. Я должен был его подорвать, сука, ты хули не взорвался. Ну дозвонище, блядь. Сборище дебилов, блядь. Сэнусь. Похуй, что теку. Это самое уебанское в данный момент решение было сейвнуться. Но я в здании. Я в здании, это меня радует. Ах ты, сука. Тут двое. Тут еще один. Аптека. Аптеки. Да, блядь, нет, прикинь. Меченый, я сообщил тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Сука, как зашел-то ты, мразь, скотина, вообще не могу. Не, ну тут, да, труп уже, соглашусь. Да я в еблет ему стрелял, алё.
Но дробью я их точно не возьму, это как ни крути. Может, хлеб. Хлеб всему голова. Да прячусь. Что мне еще-то делать? В данной ситуации 5 человек на меня. Ну давайте попробуем. Ну можно убежать так-то, но я же мужчина, у меня же есть это. Яйца, наверное. Давайте. Вот бармен, сука, не жалеет совсем. 7 человек, господа. 7 человек. Мы сможем, мы справимся. F6. Хоть я и не так уже заряжен, как мог бы. Нет. Ай-яй-яй-яй! Пидики. Ты ж шелупонья какая. Нет, здесь опять-таки слив уже. Я тебя сейчас, если повезет. Но нет, не-не-не, ща будет, смотри. Секундочку, ща будет. Я так заебался проигрывать, меня так... Так меня не радует, вообще не могу. Кайфую, давно так не сидел, просто не проходил. Нет таких игр, которые меня сейчас так затянут, как вот, например, на данный момент Сталкер или еще. Они немножко не там меня ждут. Ну да, то я и смотрю, ух ты, что происходит. Да нет, нихера, чё они нигде ничего не откладывают-то? Петухи же должны... А, петухи-то не откладывают яйца. Ах! Отъехал? Отъехал, хорош. Минус, еблет. Ай, блядь. Ты чё взял-то? Да ёб твою мать, ты где пистолет? В еблет даю. В еблет, если дам, то нормально еще может быть. Блять, нет. Я, блядь, на F7 нажал. А чё? Ой, ты, блядь, хотел сэвнуться, а в итоге сам себе яму, считаю, что выкопал. Пока они не ждут, буду убивать их в бока, блядь. Ёбаный в рот. Ну нет, и чё, у меня здоровья столько нет, чтобы выходить сейчас. Вообще не говори. 3 человека, блядь, и один посередине стоит. Может, смогу всё-таки? Да нахуй ты это-то взял? Хлебушек. Разрядить и выбросить. Жизнь дороже, чем эти пушки, правильно? Так, F6. Зажимать приходится, потому что... А! Пидрес! Дрось, ну. У меня аж глаз задергался. Все, нервничать нельзя. Это вообще ни в коем разе. 10 минут с тобой уже занимаемся, ты порнуха конченый. Ну ничего. Один минус. Второй вот тут должен быть. В яйца стреляю, ну ладно. Где-то двое есть. Они, скорее всего, вот тут. На, типа, блокпосту. Ах ты, блядь. А, вон там сверху вижу. Минус. Ой, ты молодец какой. Я сам спустился. Хорош, блядь, аптечка. F6. Так, главное сейчас яйца не расслаблять. И очко. Потому что, когда расслабишь очко и яйца... Троица где-то. А, я еще пошел через тот самый путь, где лучше не идти, да?
Оп, больно. Ну, минус один, минус одного сделал, хотя бы минус одного. Навестись главное. В смысле, он прострелами по мне ебашит или что? А ты, там где-то еще пидор. Я только вспомнил, что на ютубе это слово, ютубу такое слово не нравится, мне придется очень много вырезать. Минус. Ну издалека не так уж и плохо, в принципе-то. Да заебешь. Это неприятно, когда по тебе стреляют. Делают из меня решето. Теперь я промахнуться буду, бояться еще больше буду. Ножки видел, ножки бежали по дорожке. А где? А ты хуя. У меня шансов больше. Блять, мне еще в спину жмут. Меня-то щемят по максимуму. Где ты, сука, раньше был? Надо было тебя в самом начале трахнуть. Минус. Не вижу его. Не вижу его. Проблема, проблема. Не отвлекайся, Рома. Да как, конечно, куда было бы уходить? Зажать ним получается. Вообще нельзя проигрывать. Все, хорош. Сделал дело, посри смело, быстро. Я еще кого-то где-то хаваю. Ой, слышу. Хаваем быстро сейчас, все, что есть, блядь. И валим к бармену. Ладно, учту. Так, в обход хуярим, мне пофиг. Я не буду сейчас отстреливать. Тише. Да тише, блядь. Так я чувствую себя немножко в безопасности. Где тут схрон? В тубзике. Ой, это подвал. Почему нет-то ничего? Схрон он для того и сделан, чтобы вы туда что-то ложили, а я потом приходил и забирал. Господа военные, научитесь уже схрон. Схроны оставлять. То есть я напал на самое главное здание в соло военных. Избил там всех, убил там всех. Блять, у меня энергетики закончились. Ну, будем пешочком ковылять как-то. Аккуратненько. В принципе, сделали многое. Бабла мне должны вообще тоже отвалить за то, что я помогал, тоже немало. Свой идет. Когда я говорю, свой идет по дороге, это вообще просто одно из приятных. Заметил. Продам сейчас в баре. Хоть он... Вообще, они же торговцы-то по дешевке все берут. Че это? Это каменный цветок. Пулестойкость плюс 3. Тут разрыв плюс 2%. И здесь плюс 36 выносливости. Ёб твою мать. Ты где раньше-то был? Еблет получил. Ровно в ебас. Ёбаный рот, ты что делаешь-то? Вот так я грязно поступаю. Убил? Нет, не убил. Чё, хоровод водить будем? А ты хер... А ты, блядь. Там чувак зеленый стал. А, мы все, мы избили их. Запас в ящике.
КПП он их проверяет. КПП, наверное, они называются. КПП. КППшки, вот так. Мы сделали это. Да. Разнесли нафиг всех там. Не, ну это круто. Это было круто, на самом деле. Очень интересная миссия по своей вот идее. Очень клёво она прям. Я думал, это нереально, на самом деле. Я думал, я что-то делаю не так. То есть тут еще все зависит от тебя в основном. Где ты найдешь патроны, где ты их не найдешь, где ты найдешь аптечки, сколько ты возьмешь с собой аптечек, бинтов и так далее, и так далее. Какую свалку, блядь? Ай, тут бандиты, ёб твою мать. Стоп, подожди, а есть другой выход? Подожди-ка. Нет, по тюду выйти только, я понял. Не, ну камон, у меня опять нечем стрелять. Ну, вариант только через гору. И то здесь радиация выше, чем... Ой-ой-ой-ой, она меня жрает, я ебал. Во, вот так. В спуск идем, в спуск идем, в спуск идем. Ёб твою мать, радиэйшн. Не, ну ситуация с радиацией, это, конечно, такое себе. Восстанавливаем потихоньку, пока идем выносливость. Ой. Там вроде... Ты суки, а. Там вроде хотел сказать чисто, но я туда не пойду. Давай пройдемся вот тут. Пускай там все стреляют, что хотят, то со мной делают. У бандитов вообще говно оружие. У меня вот клевое. Смотри, у него какая рука тонкая. Я сейчас только увидел, как прям ручка такая тоненькая-тоненькая. Мужская. Но у меня не лучше, но это ладно. 16 минут мы с тобой вместе. Приятного тебе аппетита, приятного просмотра. Забыл опять пожелать. По-моему. А может, я пожелал вначале. Я вот не помню. Понимаешь, как это называется-то? Беды с башкой это называется. Выбросить это говно, которое меня просто занимает место в инвентаре. Меня это не радует. Там где-то отстрел идет, какие-то свалки, что-то кого-то. Но нет у меня возможности. Давай, иду помогать. Ну, в принципе, да, долг это клёвое. Вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. А, то есть это по заданию так? Отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Ну все, пошли. Собственно, мы попали на территорию долговцев. Блять, только не это. Я и забыл, что она здесь есть. Вообще не помнил про... Вот этот, конечно, вообще байт. Просто вообще тролли разрабы. Я респектую вам. Не могу. 2 часа сижу в наушниках. Вообще не могу. Уши устали. Ва. Они скоро вот так будут прижаты вечно в голове. Загрузка текстур понеслась. Но, кайфуем. Кайфуем. Мы с тобой сидим. У нас с тобой выходные. Скорее всего, у тебя выходные. Там опять есть плохой момент. В смысле, блядь, вернуться за награды? За какой нахуй награды? Куда вернуться? Я только пришел сюда. Отстаньте. Ой, какое плохое место. Давай попробую тебе помочь, хотел я сказать. Но не судьба, видимо. Сейчас мне помогут. Главное добежать. Ну, я смогу добежать, я думаю. И все, мы прибыли. Парни, help me. Help me, please. Что-то зафризило, малёх, прогрузка была. Все, help me, please. О, это их всей планеты, это мы знаем. Здесь оружием пользоваться, по-моему, плохо. То есть, пошел в жопу, а я иду вообще мимо тебя. Своей дорогой, между прочим. Продаем сейчас вот это вот. Ну, то есть, это хоть какие-то копейки. В любом случае, у нас есть всего, видимо, 2 торговца. Потому что это бармен и Сидорович. Все. Сидорович в каждой карте есть вообще. В каждой, по-моему, игре. А, нет. Это есть в чистом небе. Claire's Sky. Я называю Sky, потому что мне так нравится. Sky, Sky,
Мне нравится, я так хочу. Я всегда, я еще с детства, я помню, когда играл, я и читал так, у меня с английским было всегда плохо. Claire School. И до сих пор у меня осталась привычка, так что кто-то бомбит на это, сорян. Честно, сорян. Я потом пересматривать начал, я даже за собой это не замечаю, это подсоберем мы. Ну не грусти ты, а то член не будет расти. Тебе сюда нельзя. Если кто поможет. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Я хочу купить информацию. Сколько, блядь? На, держи. Находится возле Неагропрома тайник в подземелье. Я за 4, сука, тысячи купил говно. Нет, иди ты в жопу. Не-не-не, я даже не подумал, что... Нет, я что, на дурака похож? Не, серьезно, я не думал, что... Я не думал, что я говно куплю. Я думал, он мне информацию насчет стрелка даст. Полезный. Пацан, тобе пиздец сейчас будет. Вот дурак-то, а где? А, сори. С пистолетом на мутантов, ну конечно. Порой от наших, от российских собак с пистолетом многие люди не могут отбиться, а тут, блядь, на мутантов с пистолетом. Ля-ля-ля-ля-ля. Почем интересно они? Этот косарь 2500, 3100. Эти подвушечки. Мой сколько, двушка тоже. Ну, то есть у меня улучшенный будет. Я у себя, естественно, заберу, потому что улучшенный всегда круче. Claire School, там есть своя база, где ты можешь поулучшаться тоже. Ну, такой своеобразный, интересный геймплей. А, скоро. Скоро мы, наверное, придем к ней. Я не знаю, сколько мы уже с тобой прошли. Стрелка в конце, я знаю, по-моему, надо будет догонять, если я сейчас ничего не путаю. Где-то рыжий лес, вот это из той оперы. Нас еще ждет много чего интересного. А, вот. Ну, то есть, это не та игра, где я не знаю сюжет. Я, естественно, каждый сталкер играл, каждый знаю. Более-менее так. Проходи, не задерживайся. Все, здесь сейвимся просто, и все. Если бы кто помог. А что тебе надо помочь чем? А, вот черт, потерял фамильное ружье, дико думал кровосос подряжать. Черт, послушай, брат, если принесешь мое ружье, отблагодарю. Хорошо, но позже. Слышь? Ты подойдешь ко мне, нет? Пафос. Здорово, Меченый. Да, вот держи документы. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю. Можно не так пафосно, пожалуйста. Кстати. Если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. На арене? Хозяин арены зовут Арни. Его координаты. Вряд ли. Значит, сегодня не успеем. По документам, которые ты принес с Игропрома, кое-что начинает проясняться. Все, что нужно сделать. Получить второй ключ от лаборатории X-18. X-18, X-18. Не помню. Часть. Я попробую, хорошо. Не помню. Что надо сделать? Комбинезон дал мне? Офигенно. Так. А это же, по-моему, на Темной долине, где-то у свободовцев, вот эта лаборатория. Торговать. Да, у него здесь поинтереснее, конечно. А, смотри, я, конечно, продаю вот эту херработу. Вот эту херработу, вот эту херработу. Это я заберу, естественно, а чё, я дурак совсем лечу. Но она стоит знатно, она там прям, да. Тут двенашку стоит. Что из них... А, не, вот это, естественно, лучше. Вот это забираю. Забирай. Так, где это вот эта выносливость? Вот это можно продать. Копейки, конечно. Наконец-то мы слили. Вот это говно все слить вообще надо, но мне не надо. Так, сколько ты мне? 9 тысяч. Ну, нормально. Нормально, вообще подняли. Так, одеваем вот этот комбинезончик, чтобы быть таким красавцем. Все, господа, всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, но если вы это уже сделали, огромное вам спасибо. Вот тут вот есть, ты можешь прямо вот тут взять подписаться. Вот тут вот есть, вот тут где-то, вот так. Два видео есть, которые ты можешь тоже посмотреть у меня на канале. Переходи по ссылочкам в описании в группу ВК и в наш Discord сервер. Подписывайся, вступай. А там много чего интересного. Пока-пока-пока.